Митинг-концерт «Своих не бросаем» прошел в Барнауле. Горожане собрались на площади Свободы в поддержку референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик. Среди участников митинга в поддержку референдума были активисты студотрядов, сторонники политических партий, представители национально-культурных и религиозных объединений и члены общественных организаций. Для жителей Донбасса это очень важно, потому что 8 лет мы терпели бесконечные обстрелы, гибли мирные жители. Поэтому проведение референдума для нас это значимое событие. Мы с Россией, мы единое целое, поэтому для жителей республик Донбасса это является главным. Напомню, голосование по вхождению ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России проходит с 23 по 27 сентября. Дождемся 27-го результата, и если народ проголосует на референдуме за то, чтобы войти в состав России, ну, я надеюсь, что Госдума, Совет Федерации примут это решение. Люди, которые ратуют за мощь России, поддерживают этот вопрос.